цветочки есть. А вот помните, я вон там капканчик ставил, попалась лисичка. Пойдем сейчас туда ее смотреть. Ой, 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 ой. Попала. Мокренькая. Ну вот эта лиса попалась, я вот проверил позавчера, ее не было. Вот она сегодня пришла, попала, видать, по запаху. Ну, следов вообще, а, вот видно, кое-как. Эти лунки эти. Вот она по своим следам как-то тут. Ну не видно как. Вот все, вот попалась. Снегом все завалило. Я хотел сказать, вот я вам показывал в прошлый раз, как брал лису. Это самое зверя. Вот я сейчас рукавицы снимаю. Технику безопасности нужно соблюдать. Вот так как я ее беру, так нужно просто тренироваться. И не один год. Медведь – это самый крупный и непредсказуемый хищник. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки Hunt Fishing» приглашает вас на экстремальную охоту на трофейного камчатского медведя.